американка Грейси Голд. В прошлом сезоне она появилась на такой международной арене, стала серебряным призером впервые в 17 лет, стала серебряным призером чемпионата США, взрослого чемпионата. Благодаря этому попала на чемпионат мира, дебютировала на мировом чемпионате и очень успешно заняла 6-е место. И здесь, на этом турнире, Грейси Голд выиграла короткую программу, лидировала. Но вот в произвольной программе она выступала последней, сразу вслед за Юлией Липницкой. И не знаю, сказалось ли как-то блестящее выступление Юлии Липницкой на выступлении на Грейси Голд, но во всяком случае она выглядела не лучшим образом в произвольной программе. И в итоге с первого места после короткой опустилась на общее 3-е место, проиграв и Липницкой, и также Акико Сузуки из Японии. Ladies and gentlemen, Chicago's own Gracie Gold. Come on, baby, boy, we paint the town. And all the jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know we will be fine. Well, the genie is called, but the piano pipe. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Очень талантливая фигуристка. И главное, ее успехи, конечно же, впереди. Мы помним ее в прошлом году, в декабре она выступала в Москве на российском этапе Гран-при. И выступала очень даже здорово. Заняла в итоге 2-е место. Ну, 3-е место на этом этапе можно в каком-то смысле тоже считать прогрессом, потому что год назад на Skate Canada она была только 7-й, а на этот раз боролась не просто за медаль, а за золотой.